В светлом просторном доме с волшебным садом в пригороде Левина Хеверлей живет с мужем и тремя детьми женщина, чья профессия накануне светлого праздника Пасхи звучит особенно – художник-иконописец. Елена Волошина закончила православный Свято-Тихоновский богословский институт в Москве. Она пишет иконы, когда дети в школе, или ночью, когда все домашние спят. Женщина с огромными голубыми глазами и несовременной скромностью и тактом. Женщина, которой бы с удовольствием писали бы художники и воспевали поэты. Но она сама пишет православные иконы по канону Московской иконописной школы. И еще Лена коллекционирует кукол, керамику и делает самый вкусный в Бельгии чай. На вопрос, как она пришла в профессию, отвечает «промыслительно», от слова «промысел Божий». Изначально я собиралась учиться либо в финансовой академии, либо в экономическом институте в Москве. Проходила подготовительные курсы, и также мы параллельно искали трудоустройство в банке по рекомендации моей мамы, потому что она экономист. И вот однажды мы, собирая весь пакет документов, поехали устраиваться в банк, и по дороге мы с ней разговаривали. Недавно она получила благотворительную помощь в одной церкви, на Таганке. И я спросила, ну как там церковь у тебя? Да вот этот священник спрашивал, чем занимаются старшие дети. Сказала, что старший сын учится на юриста в юридической академии, а я собираюсь на экономику, но с детства хорошо рисую. И священник предложил ей, что пусть она поступает на иконописное отделение, у нас открылся Свято-Тихоновский институт в Москве. Меня это очень позадело и так заинтересовало, что это за институт, я никогда не слышала. Об иконе я вообще ничего не знала. К церкви относилась очень достаточно, не то что прохладно, так равнодушно и даже с сарказмом. Но это заставило меня развернуться со всеми документами, поехать посмотреть, что это за институт такой в Москве. Мы приехали, это как раз было недалеко от нас, институт находился при церкви святого Николая в Кузнецах. Я поговорила, оставила там документы. Через неделю должен быть уже экзамен. Но, конечно, на иконописное отделение я не успела, потому что уже был просмотр работ. Я просто опоздала. В итоге я поступила на педагогическое отделение. Но как я поступила? За неделю я должна была выучить закон Божий Слободского, такой Талмуд, с нуля. Ветхий Завет, Новый Завет, все богослужение. То есть это для меня была абсолютно новая жизнь. Сама с нуля сидела, зубрила, разбиралась на экзамене, конечно, очень волновалась. В итоге поступила. Причем многие дети священников не прошли экзамен, а меня приняли. Училась я у прекраснейшего преподавателя. Валентин Ляхин сейчас священник, на тот момент он тоже был как бы студентом и преподавал у нас Новый Завет. Я была самая молодая в группе, 16-летняя девчонка, вот только закончила школу. Остальные были такие ученые мужи с двумя высшими образованиями, женщины такие уже опытные. И тут я просто совсем молодая девчонка, которая только-только пришла в церковь, такой неофит. Конечно, мне было все интересно, все ново. Но на следующий год я все-таки попыталась еще раз попробовать поступить на иконописное отделение. Когда я узнала, что на иконописное отделение берут только 5 человек со всей России, конкурс вообще невозможный. На реставрацию берут 15 человек, а на фреску мозаику 10. Я выбрала среднее, чтобы там, ну, реставрация что-то как-то совсем не мое.
Я не интересовалась этим, мне кажется, достаточно такое скучное, кропотливое. Фреска, да, наверное, в тот момент я только познакомилась с мозаиками в Равелле, это было впечатление. Но иконописное даже не трогала, потому что у нас это просто нереально. Вот мы проходили экзамен по копированию иконы, проходил экзамен в МАРХИ в институте. То есть у нас постоянно наш институт, вот этот Свято-Тихонский, где-то арендовал, лекции проходили в МГУ, в первом году там в гуманитарном корпусе, экзамен мы сдавали в МАРХИ, мастерская у меня была потом уже на Моросейке иконописная. То есть так по всей Москве мы вот путешествовали. Там лекции, где-то семинары, мастерская отдельно, вот весь день, там до полуночи. Вот. Но это уже в будущем. Я принесла свои работы на просмотр, причем в тот момент время пейджеров, не было интернета. Это сейчас такая возможность, что ты можешь окунуться просто среди всех культур, и катакомбы ты можешь понять, и сербскую живопись, и византийскую, и греческую, и северный письменный Новгород. Пожалуйста, открывай интернет и выбирай то, что вот тебе созвучно. На тот момент у меня ничего не было, кроме журнала Московской Патриархии, где я брала какие-то иконы, честно признаюсь, попроще, чтобы быстрее уложиться к этому просмотру. И написала потом самую последнюю для количества, я написала икону, копию. Естественно, бумаги, акварелью Данила Московского, держащего в руках монастырь. Я вспоминаю вот этот просмотр в МГУ, ученые мужи, преподаватели смотрят мои работы, такие, конечно, наивные. Потому что я вспоминаю студентов, которые принесли такие доски. Я была совсем такой, ну, наивно думала, я ничего не теряю, если нужно обучаюсь в этом университете, на педагогическом. Ну, пусть будет, как будет. Ну, позорюсь, ну, что делать. И я вижу, что две преподавательницы, Карпова Вера Юрьевна и еще преподаватели с реставрации, наклонились на моими работами и что-то хихикают. Думаю, ну, вообще. Ну, точно, значит, я никак просто не... Не светит мне эта фреска с мозаикой. Еще меня спросили, а почему хотите на мозаику и фреску? Все-таки это такое мужское занятие на лесах, достаточно сложное. Ну, я говорю, да, мне интересно, почему сложное, как бы я готова изучать что-то новое. Мне все интересно, особенно фрески как раз, вот в кафе Джами, я тогда только узнала все это. Культура была совершенно для меня прям вот такое возрождение внутреннее произошло. И Равенна, и я говорю, мне интересны мозаики, я хочу, да. Ну, говорит, хорошо. И потом мы уже как раз давали копирование иконы в МАРХИ. Я писала образ, по-моему, святого Иоанна Златоуста, сейчас уже, наверное, не вспомню. И ко мне подошла та преподавательница, и говорит, вот, знаете, я запомнила ваши работы, и знаю, что вы собираетесь на фреску с мозаикой. Но я вас хотела бы пригласить в свою мастерскую. Не знаю, согласитесь ли вы, это мне иконопись. Конечно, просто невозможно отказать. И я была просто настолько впечатлена всем этим. Уже спустя годы, действительно, когда я уже почти закончила университет, я поняла, почему это произошло, как я попала вообще в эту мастерскую, потом Карина Васильевна Ватагина и вот Карпов Вера Юрьевна. Я скопировала ее работу Данила Московского. Она, собственно, и работала в мастерских при Даниловском монастыре. Естественно, этого никак не могла знать. Просто взяла первую такая прожженная репродукция из этого журнала. И да, вот так получилось, просто промыслительно. И потом уже, тоже спустя время, я знаю, что в молитве, обращенные к Данилу Московскому, люди просят помочь, указать верный путь в жизни. То есть вот так это сложилось очень выразительно в моей жизни, да. И, конечно, я обучалась на двух факультетах, одновременно педагогическом и иконописном. Это до первой сессии все происходило, потом я плавненько перешла в мастерскую,
и в течение 7 лет обучалась в мастерской. Опять же, это было не зря, вот этот педагогический факультет изначально, потому что преподаватель вскоре в будущем становится моим духовником. То есть эта встреча была тоже необходима с Валентином Уляхиным. Преподаватель на педагогическом? Да. Он поднимает потом целебат, священство. Я написала в подарок икону Истована Кронштадтского, вообще мой любимый святой. Всегда, когда я приезжаю в Петербург, первым делом, конечно, икону Кронштадтского. Много я писала уже икон, наверное, это самый такой мой излюбленный святой, который сам помогает себе писать. И в пасхальных одеждах его писали, и в обычном облачении. Ну, очень люблю его. Во-первых, это святое, о котором сказал как раз вот отец Валентин, первый человек, который мне вообще открыл мир святых людей. Я говорю, я же была совсем не подготовлена после школы, после советской семьи, как бы далекой от церкви. Вот, наверное, потому что это действительно был первый святой, и потом как-то вот особенно близок мне, как и весь Санкт-Петербург, я думаю, тоже как. Не могу сказать, вот как мы выбираем таких святых, которые тебе вот западают очень глубоко в сердце. Это как-то происходит помимо нашей воли, мне кажется. Иконы пишут на досках, преимущественно тех, на том дереве, которое произрастает в этом регионе. В Греции пишут преимущественно на кипарисе. Северные письма на сосне, значит, московская школа, Новгород, на липовых досках. Разные бывают шпонки. Сердцевые, врезные, здесь вот у меня дубовые шпонки, которые помогают удерживать доску с изображением, чтобы она не коробилась, не выгибалась дугой. То есть сохраняет это изображение в горизонтальном таком виде. К сожалению, в Бельгии скупо найти столяры, и плотника, и тем более доски. Я заказываю все в Москве, привожу из Москвы, потому что я знаю мастеров, которым я абсолютно доверяю. Вот иду, сейчас даже они сами или в кассе доски, не как мы раньше, или в кассе, или учились этому. Доски абсолютно подготовлены от людей, которые имеют отношение к церкви, и можно просто писать и радоваться. Ливкасить это грунт, который наносится, сначала приклеивается палка к доске, чуть-чуть надрезается доска, чтобы лучше было прикрепился клей, кладется паволока, обязательно нужно, чтобы она была простирана до этого, чтобы не было усадки ткани, потому что потянется более в каз, и будет каркелюры, и ну, это просто халтура. В древности клали, даже древние люди наши предки клали полотенца с петухами, то есть уже такие, которые были использованы. Потом наносится ливкас. Сначала жидкий, втирается, чтобы было хорошее соединение между доской паволокой и будущим ливкасом. И в несколько слоев постепенно набирается шпателем грунт. Обязательно давай просохнуть каждому слою, иначе нижний слой, если будет влажный, он просто будет трещиной. Невозможно будет. Либо этот каркелюр появится, когда вы оливите, что еще обиднее, когда работа закончена, либо когда золото будете накладывать, там будет реакция. И, конечно, нужно хорошо зашкурить, прям до такого блеска и гладкости, чтобы, потому что каждая царапина, которую потом вы не заметили, она проявит себя под золотом. Если как-то с краской, там можно еще как-то ее немножечко пригасить. Под золотом эти царапины будут еще видны. Поэтому процарапываю даже иглой нимб, чтобы было видно потом этот контур через золото, чтобы можно было аккуратно сделать краской красный контур неба. А как достигается это сияние иконы? Чем достигается сияние? Вот этим и достигается, что ливкас, он просвечивается через такие лессировочные слои яичной темперы. Сначала, ну, нас учила так преподаватель Василина Ватагина, обязательно нужно всю икону пройтись легко охрой светлой.
И это охра или фкас будет просвечиваться через следующие слои. Через лазури даже этот кристалл будет просвечиваться эта охра. Но опять же, если это нанесено не пастозно, а очень легко, свободно и воздушно. Опять не акварельно тоже, очень уверенно, чтобы был все-таки образ такой не такой морфный, а личный темпер, да, она требует к себе тоже несколько слоев, чтобы каждый просох как следует. И этот цвет, да, достигается тоже благодаря левкасу. Значит, вообще в иконописи каждый цвет имеет свое символическое значение. Золото – это божественный свет славы. И такое же значение, как золото, не все могут себе позволить иконы на металле. Имеет охра и даже зеленый фон. В принципе, они похожи. Многие, я лично люблю иконы на зеленом цвете. Это мой любимый. Как Тихвинская икона Божьей Матери. И если была возможность не саму выбирать, на каком фоне писать, не как заказчик просит, я бы все писала на зеленом. На глауконите. Не зеленым, а глауконит, такой минерал его. У меня даже есть немножко зеленый. Покажу, да. Его смешивают с охрой, с белилами, им получается такой разбеленный оливковый. Зеленый цвет природный, живой. Цвет обновления и символ Святого Духа. На Троицу храм украшают зелеными березками и травой. Белый цвет – цвет чистоты и святости, божественного света. Белым цветом изображали только праведные души, и им светились одежды ангелов. Золото символизирует божественную энергию и благодать. И чтобы передать на иконах сияние нетварного света, требовался особый материал – металл, который не подвергается коррозии. Красный – символ воскресения, победы и царского достоинства, также цвет мученичества и крови. Голубой и синий – цвет Богородицы, цвет неба, непорочности. Как правило, храм с голубыми куполами посвящен Богородице, например, как Успенский собор в Троице Сергиевой Лавры. Там синие купола со звездами. Пурпур считается царским цветом, символизирует Бога на небе, императора на земле. Также этот цвет присутствует и в одежде Богородицы, как Царицы Небесной. Черный цвет не имеет света и поглощает все цвета, символизирует ад и максимальную удаленность от Бога, как от источника света. Так, у меня такой вот походный вариант красок. Всех моих, то что более-менее, есть же ядовитые краски, киневер, рельгар, ауриопигмент, эти краски я держу подальше от детей, потому что, что киневер красный, это ртуть, ауриопигмент, это мышьяк, и надо очень хорошо тоже иконопись знать химию, потому что некоторые краски, когда соединяются друг с другом, они дают не очень приятную химическую реакцию последнюю. Например, если многие пишут личные плави, смешивают киноварь с ауриопигментом, красный с желтым, чтобы получилось такое золотистую охру. Со временем это может быть ярко-оранжевым. И написано, будет очень стыдно смотреть на свою работу через какое-то время. Вот, я люблю очень диаптаз, зеленый цвет. Но опять же я вношу лессировочный какой-то, чтобы было свечение. Из-под диаптаза. Лазурит. Азурит. Гематит. Шунгит. То есть все минералы, самоцветы, натуральные пигменты. Никаких синтетических нет. То есть мы как вот... я выбрала этот традиционный язык иконы, и я тоже поддерживаю и краски, и все материалы более-менее приближены к 15-16 веку, как там пользуются. Но, естественно, я и использую современные какие-то вот новые инструменты, как наподобие. Вот для асиста есть специальная такая
белый клей. А раньше мы наносили чеснок, например. Вот у меня учитель училась чесноком, наносить эти тонкие асистые линии, а потом черным хлебом промакивать, наносить золото так. Еще раньше у меня есть замечательные три тома секретов древних мастеров. Они подносили, например, улитку к свече, чтобы она выпустила свою слюну, вот на этой слюне писать, это пытаться. Сейчас, конечно, это не нужно делать, и нет необходимости, сейчас много современных материалов, но все равно ничто не заменит вот натуральные пигменты, кристаллы лазурита, олифу натуральную, не лак, потому что лак может себя не очень хорошо повести с темперой. Быть очень аккуратно, может быть белесость и потом много проблем. Уже проверенные такие традиционные секреты, да, которые вот продолжают традиции. Чем икона отличается от живописи, или религиозной или академической? Икона – это соборное творчество. Написана икона для молитвы, является как бы посредником между молящимся и первообразом. Живопись – это больше средство самовыражения художника, как он чувствует его, переживания его личные, какие-то эмоции. Икона, она обычно бесстрастна, не показывает. Художник не может выразить свои эмоции или свои желание, есть четкий канон, который как бы является таким стержнем для иконографии. А также архимандрит Зенон говорил, что иконописец должен убить себя художника. Ну что это значит? Естественно, творчество приветствуется, какие-то новые рассуждения и также богословские рассуждения в иконе. Это важно, иначе все иконы будут повторять друг друга. Но именно в живописи более такая чувственная, это для души. Икона для церкви, для молитвы. Плохая икона мешает молитве. Хорошая помогает. Отличная икона, как Владимир сказал, она сама является школой молитвы. Что касается живописи, даже если это прекрасная Мадонна или как вот Жан Фуке, наша любимая музей Майра ван дер Берга. Замечательная, исключительная живопись, конечно, и по технике, но она не располагает к молитве. Можно ей восхищаться, можно любоваться, но изначально, когда знаешь предысторию, что это написано с фаворитки Карла VII, Агнесы, и как-то уже обращаться с молитвой, просто это, не знаю, ну, у меня, по крайней мере, не получится. Кому-то может близка такая вот религиозная живопись, как икона, как, чтобы обратиться с молитвой. Мне нет. Также в живописи присутствует внешний источник света. Можно посмотреть по складкам, по лику, видно, откуда идет свет. В иконе свет идет изнутри. Еще иконопись называется светопись, потому что пишется светом изнутри, это с глубины идет икона. Также нимб чаще он является как одно целое с фигурой. То есть это божественное сияние как бы дается с рождения. В западной живописи, в религиозной, нимб часто изображен как вот награда вокруг головы. То есть он сам по себе отдельно. Отличие иконы от реалистичной живописи и в принципе изображения пространства. Картина построена по законам прямой перспективы. Это можно представить на примере, как сходятся рельсы в одной точке на линии горизонта. Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а наоборот, при стоящем перед иконой человеке.
и параллельные линии в иконе не сходятся, а расширяются. Здесь представлена идея изливания мира горнего в наш мир. В живописи художник как? Вот он видит свет по композиции, как он компонует, то есть это не имеет значения. Также, например, поскольку икона не показывает страсти, можно проследить за символикой, как расположены руки. Например, если рука, как вот у Богородицы на распятии, она прислоняется к своей щеке, то есть это выражает как раз вот скорбь, плач, если у груди, то есть как бы сердечные переживания. Если повернуто, так это моление. То есть в живопись тоже, конечно, это можно разглядеть, но здесь больше такое чувственное все-таки. Если Мадонна, то это такая миловидная женщина. Вот. Но опять же, если кто-то может обратиться через такой образ, первообразу, то это замечательно, потому что всегда приветствуются разные стилевые, иконографические работы. Даже у Серафима Саровского, его келинная икона была умиление, это иконография западного образца, не обязательно вот выбирать 15 век, 16, такую аскетичную иконографию. Конечно, мне это больше близко, потому что у меня это от учителей привит вкус такой иконографии, чем сдержанный, аскетичный и без лишнего декора. То есть сам образ акцентирующий, доминирующий, и без басмы и эмали, вот это то, что сейчас тоже очень популярно, золото, как тульский самовар блестит, и икона просто утопает в этом золоте. Нет, вот именно весь акцент на образ Богородицы, либо Спасителя. Потому что через икону, молясь, человек молится первообразу. Икона всего лишь посредник. Наверное, кто-то помолился обо мне, или сегодня помянули добрым словом, и свет души в благословенной тишине коснулся сердца моего, еще живого, и в мыслях чистых кто-то так согрел, что улыбнулся при воспоминании. Молитва осветит души моей предел, откликнувшись в моем благом призвании. И вдохновенно хочется творить игрой кристаллов из палитры самоцветов, реально этот мир преобразить непостижимой тайной и фаворским светом, где в каждом цвете откровение глубина, одухотворенное вечное цветение, проникновенной символичностью полна иконопись, как в красках умозрения.